Эти банановые панкейки готовятся очень легко, а получаются нежными, с воздушной серединкой, в меру сладкими и, самое главное, очень вкусными. Это идеальный завтрак или полдник. Для этого рецепта нам нужно взять один крупный и очень спелый банан. Очистить банан от кожуры и поместить в глубокую миску. Вбить одно яйцо, добавить 2 или 3 столовых ложки сахара. И с помощью блендера измельчить массу до однородности. Влить 200 мл молока любой жирности, можно использовать даже растительное. Просеять 150 грамм муки, непрерывно помешивая тесто. Добавить в массу 1 чайную ложечку разрыхлителя, еще раз все перемешать и влить 50 грамм растопленного сливочного масла. Тесто на банановые панкейки будет средней густоты. Разогреть сухую сковороду на среднем огне, вылить порцию теста на середину. Как только образовались пузырьки, перевернуть панкейк и жарить еще 1-2 минуты до готовности. С этой порцией теста у меня получилось 9 румяных панкейков по 12 сантиметров в диаметре. По ссылке в описании вы найдете подробный рецепт и список ингредиентов, а также 3 подарка, сезонное меню на неделю, приглашение на бесплатный вебинар и 101 карточку с рецептами для планирования меню. Загляните в описание, подарки вас ждут.